Никого. Никого, ни одной машинки. Так вот. Можно прыгать, бегать, кувыркаться и все что угодно делать на дороге. Автостопом у меня не получается. Машина не останавливается. Люди разучились ездить автостопом, представляете? Они думают, что сейчас есть такси, маршрутки и все остальное. Но как это неинтересно, господи, как это неинтересно. Интересно же познакомиться с человеком. А как вас зовут, кстати? Олег. Олег, очень приятно. Меня зовут Лара. Почувствовать, что такое приключение в жизни. Олег, скажите, что вы не маньяк-убийца. Лет 100 не ездила автостопом. Да, даже больше. Лет 20 я не ездила автостопом. Что? Лет, главное, чтобы говорить, не ездила. Нет, даже больше, лет 20. Да, точно, неправильно так сказал. И вот я вновь автостоплю. Еду теперь до Москвы. Однажды я ездила до Москвы, когда я жила в маленьком городе Можга. Вот, автостопом. Это тогда была очень долгая поездка. Автостопом это было сутки с лишним. Вот. Можга это Удмуртия. Можга это Удмуртия, и вот теперь я вновь еду автостопом. А откуда мы едем? Санаторий Горки 25. Санаторий Горки 25. А оказалось, что автобус мне ждать 40 минут. Я сказала, да ну его нафиг. Я, правда, не до Москвы еду, поэтому мне сегодня ждут приключения. Я знаю, что все будет хорошо. Вот. Просто будут хорошие, интересные приключения. Это не прекрасно. Телефон у меня, кстати, сел. Вот, телефон у меня. Телефон сел, я его поставила на зарядку. Вот, Олег мне дал свою зарядку. Добрый малый. И мы едем до Дмитрова, да, Олег? До Дмитровки, шоссе Дмитровское. До Дмитровки, шоссе Дмитровское. Понятно. Вот. И такая у нас красота за окном. И это ли не прекрасно знакомиться с новыми людьми? От Дмитровки я снова или поеду на автобусе, или снова буду автостопить. А давайте, Олег, расскажите мне какую-нибудь интересную историю о своей жизни. Надо быстренько. Ого. Так. Вот. Ну я же не пристегнулась. И гаишники стоят. Вот. И ура. И нас не остановили. Вот видите? ГАИ. А я не пристегнулась. Интересно, мы главное успели, да, с вами? Мы главное успели с вами пристегнуться, да, Олег? Типа. Вот так вот интересно. Я, правда, там не поняла, что там у меня на камеру получилось. Расстегиваться или пристегиваться? Не поняла, какие там кадры получились. Звук, конечно, будет сейчас ужасный, но ничего. Мы же едем автостопом. По России. Так вот, много лет назад я спокойно ездила автостопом, и слушайте, такие водители хорошие попадались. И я так, по всей видимости, чувствую, что явно Олег у нас не маньяк-убийца. Но по человеку сразу чувствуется, когда дверь открываешь, сразу понимаешь, маньяк или не маньяк. К маньяку не садитесь. Это девочек касается особенно. Хотя можно рискнуть, сесть, посмотреть, что будет. Где здесь? Бетонный асфальтный. Бетонный асфальтный завод? А в Дмитров тогда вы зачем сейчас едете? Я вас везу. А, вы меня везете? До Дмитровки вас завезу, до шоссе до Санкт. Ух ты! Да вы просто необыкновенный человек. Или я необыкновенная женщина, или мы с Олегом вместе два необыкновенных человека. Вот и встретились мы. Дорога. Обожаю дорогу. Давайте споем, Олег. Дорога, дорога, ты знаешь. Да? Так много о жизни такой непростой. Кузяева. Там вот у нас Кузяева впереди. Вот такие интересные названия. Кузяева. Да, здесь Кузяева, так проехать
по 107 по этой же трассе, только в другую сторону. Еще одно Кузяево там будет. Да? Да. Сколько у нас Кузяев-то по России? В трех шагах. А, в трех шагах даже. Вот так вот. Здорово. А Марфина здесь далеко? Я просто до него ездила на велосипеде. С Москвы? Да. С Москвы я ездила до Марфина на велосипеде. Ну, минут. На машине минут 10-15. А на велосипеде 6 часов. У меня вышло. Ну, от Биберева. Вот. От Биберева 6 часов. Это ли не прекрасно? Я умею все. Ездить на велосипеде, автостопом, летать на самолете. Какой еще вид? А поезд, электричка. Так, на чем я еще тогда не ездила? На скутер тоже ездила. Нет, не, да, скутер тоже ездила. Так что какой у нас еще есть вид транспорта? Пароход. Пароход. Так, я на катере каталась. Я в Питере на катере каталась. А у меня друг с катером. Периодически я к нему летаю в Питер и катаюсь на катере. Так, сказал богатяк. Убираю просто мыслеформу, говорят, так сказал бедняк. А я теперь делаю, так сказал богатяк. Вот только так. Деньги приходят ко мне в больших количествах. Ой, кстати, сумка у меня такая лежит открытая. Но вот, сумку надо закрыть, наверное. Закрываем. Вот так, таким образом. Мы в горочку, да? Ух ты! А там, лишь бы перед Москвой не было пробки, а то... А там на Гатлину. Да? Все же с Москвы на дачу едут, все едут, все никак. Москва не опустеет. Да, это точно. Со вчерашнего вечера как началось. А, подождите, а сегодня какой день недели? А, сегодня же суббота. Точно, сегодня суббота. Вон я. Правда, меня там плохо видно. Получается, туда пусто, а вот сюда, в эту сторону, получается, пробка, получается, да? Получается, в сторону Дмитрова пробка. Тут тоже вон маленькая какая-то пробочка. Ну, с Москвы, с Ленинградки. А, понятно. Там Дубна, Тал, там Дмитров. Вот так вот, если сделать, и вот так вот сделать, то у меня, надеюсь, будет видно. Близко. Очень близко. Ну что могу сказать? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. Ну, например, у меня недавно такой смешной случай произошел. Пишут мне упорно несколько так человек. Да и накрутил своих подписчиков! Та-та-та-та-та-та! Как я могу накрутить своих подписчиков, если мой канал... Просто мне сегодня опять этот вопрос задали. Лара, ты накрутила своих подписчиков? Сказала, нет, мой канал существует с 2012 года, но имею я право с 2012 года набрать 5 с лишним тысяч человек подписчиков. Имею, да. Замечательно. Вот. Да, у нас там пробочка впереди. А, вот, скидывайте донат. Я буду вам очень благодарна. И пусть тот донат, который вы мне скинете, принесет вам 100 тысяч раз больше денег. Представляете? А я вам всех за это благодарю, кто скидывает мне донат. Благодарю, благодарю, благодарю. Вы самые чудесные ребята в мире. Муа! Вот так вот. Так, вот Дмитров, Дубна. А, Дубна или Дубна? Я думаю, Дубна, так. Дубна, наверное. Дубна. Я только поправил, то ли Талдом, то ли Талдом. Талдом или Талдом? Да. В смысле это, а Талдом, что это вообще такое, или Талдом? Город. А, город? Так, и как же правильно тогда? Не знаю, мне сказали Талдом. Вам сказали Талдом? Да, я думал, Талдом. Ну да, Талдом как-то лучше, чем Талдом.
Толдом это что-то типа, о, Ермолино. Так, теперь мы едем сюда. Дым-ты-дым-ты-дым-ты-дым. А, вот я, по-моему, здесь уже на велосипеде как раз гоняла когда-то, когда-то недавно. Да? Москва, Трудовая, Северный микрорайон Строителей, поселок Некрасовский. Ага. А, микрорайон Строителей. Так, Дмитровский металлоцентр. Дмитровский металлоцентр. Теперь я знаю, где у нас Дмитровский металлоцентр. Это очень важная для меня информация. Дмитровский металлоцентр. Ну да, я получила важную информацию по поводу Талдом. О, красивый такой кадр. А, трубы, небо, облака. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о Ларе Шум? Кто такой? Это я. Ну как это, не знаю. Все, мы приехали? Да, вот остановка. Ой. Девушка ждет, я думаю, тоже надо в Москву. Да, мы приехали. Сейчас она мне тогда скажет, какой это автобус будет. Но я, если что, еще маршрутку стреляю. Так ваше мнение какое? Сумасшедшая женщина, приятная женщина, красивая женщина, симпатичная женщина. Что можно сказать обо мне? Все, что перечислили, наверное, можно. Ура! И это ли не прекрасно? Я напросилась на комплименты. Все, благодарю вас, Олег, огромнейше. Желаю вам хорошего пути. Спасибо. И побольше денег, хорошо? Спасибо. Ну вот, заканчивается мое путешествие в автобусе. Больше автостопом меня никто не захотел брать. Что мы с вами едем в автобусе. Едем в автобусе, друзья.